Здравствуйте. Привет. Я камеру убрал. Все понятно, как дела? Все хорошо. Молодец. Ну и вот, с цветами нынче опять. Я потом к вам нашел, вот пошел. Че? После того потом к вам пришел сюда. А-а-а. Мы уже раскладываемся. Да? Сейчас еще. Я узнал с вашего, что Ставрополь. По вот этим вот. Сразу понял, что это вы тут. Понятно. Нас уже узнают, это хорошо. Как всегда, то же самое было. Сейчас он скажет нам. Вот ничего отсюда. Только вот это из пачки. Аниме ищешь? Аниме вот. Thank you.
Я после этого сказала. Да, мне кажется, я стеснялась. Если бы попросить, я стеснялась. Думаю, скажет, что я специально, чтобы на халяву проехать. Или через телефон перевести. Сейчас, мне кажется, проще, конечно. Но это уже 5 лет, тогда еще нельзя было это сделать. Вот это очень красиво тоже. Прям вот такая вот, особенно молодой девочки, это суперско. Да? Как сувенир с Кавказа. Баран, то где мама? А, это вы просто показываете цветовый материал.
мы в Питере были на выставке, помнишь, девочка, шахматы, не шашки, где в щелке, эти божьи коровки, это вообще, ну она там какая-то знаменитость сумасшедшая. Это музей стекла, на острове. Я видел один остров, там вообще, я просто... Ну, если после снять, будет мальчик. Ну, будет сидеть. Да. Если это постело. Спасибо. Леночка, здоровья. Хорошо, мама, ты уже рада была вас видеть. А сколько это мыло будет пахнуть? Ну, допустим, вот, ну дома, вот, ну, в комнате. От брызги зависит до года. Так вы можете выбрать из своей любовью, это брызги, что она так будет стоять пахнуть. Это какое красивое украшение в ванной. Постояла, а потом помылись и все. А это интересно. Еще такое. Или звоните мне, я приезжаю в подружку. Недавно этот на хей-йоге.
тоже на девушке. Ну да. А, да? Это вы сами, да, делаете? А из чего? Из... Эпоксидная смола. Какая? Эпоксидная смола. Эпоксидная? Да. То есть я ее окрашиваю, потом она застывает. Точнее, твердеет, и сверху можно покрыть еще термозащитой, чтобы можно ставить было горячее. Красиво. Да, с чем? Да, ничего страшного. У вас тоже красиво. Красиво. Камни природные. Тоже стикеры тут. Один.